О славянских волонтерах знают многие. Их добрые дела у всех на слуху. Они активно действуют практически в каждой сфере жизни – в культуре, спорте и помогают тем, кто в этом нуждается. День волонтеров здоровья и экологии «Я доброволец» позволил ребятам пообщаться со своими единомышленниками и узнать много нового. Для участия в квиз-игре «Будь в теме», которую провела начальник отдела комплексного молодежного центра «Континента» Анна Колпакова, славянские добровольцы разделились на три команды – страусы, мишки и россияне. Началась игра со спортивной разминки «Тропа здоровья». Затем ребята блеснули своей эрудицией, участвуя в викторине «Здоровый вопрос», и в завершение прошел конкурс «Спортивный пазл». Победила в квиз-игре команда «Россияне». После лекции о здоровом образе жизни и творческого конкурса по созданию арт-объекта из вторсырья волонтерам были вручены сертификаты о прохождении смены «Я доброволец» и памятные подарки.